В рамках партийных проектов «Единая Россия», «Городская среда» и «Новая школа» в муниципалитете проводятся мониторинги строительства социальных объектов. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников и представители местного политического совета Наталья Киселева и Анна Державина проинспектировали ход строительства школ и садов в жилом комплексе «Восточная Бутово». Совместно с представителями застройщика «Единороссы» проверили темпы строительства, обсудили вопросы поставок оборудования и материалов, а также сроки введения в эксплуатацию. Работа идет, стройка живая, техника работает, люди есть, поэтому мы думаем, что будет исполнено в срок и в график, установленный застройщиком. В жилом комплексе «Восточная Бутово» ведутся работы по возведению сразу 6 социальных объектов. Помимо этого, 2 детских сада на 325 мест и на 150 мест. Они, значит, начнут строиться в 2023 году и завершение строительства в 2024-2025 годах. То есть, первый-второй квартал 2025 года здесь полностью все социальные объекты будут реализованы. Детские сады начнут принимать воспитанников уже в сентябре следующего года, а школа откроет свои двери в 2024. Полная укомплектованность микрорайона социальными учреждениями завершится к 2025 году.